Несанкционированные свалки в муниципалитетах Коми могут на время стать легальными. Речь идет о так называемых исторически сложившихся полигонах. Законного статуса они не имеют, но много лет служат местом вывоза твердых коммунальных отходов. Минприроды России выступила с предложением разработать закон, который на определенное время сделает такие мусорки официальными, до строительства новых, соответствующих всем правилам. Тем более, что чаще всего такие свалки находятся за пределами населенных пунктов и не наносят особенного ущерба природе. Для Коми проблема более чем актуальна. В республике только 11 легальных свалок. В 9 муниципалитетах полигоны только незаконные. В такой ситуации новая система обращения с твердыми коммунальными отходами может привести к росту тарифов для населения, отметила первая вице-премьер республики Лариса Максимова на селекторном совещании в Минприроды России. Теперь решением вопроса займется специальная комиссия. До 1 января 2019 года она подготовит необходимые поправки в федеральное законодательство.